Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру из Origin. В предыдущей серии мы с вами завалили очередного босса, Джилалди, и давайте посмотрим, что будет дальше. Так, на этом мы тут битву с боссом устраивали. Странно, что он не умер как Терминатор в лаве. С поднятым пальцем вверх. Так, ну сейчас должна быть какая-то сюжетная линия. Так и есть. Брательник. Демон Туал. Ты не особо торопился. Ты... Приготовься, Туал. В прошлый раз я не был готов к встрече с тобой, но теперь все изменилось. Я клянусь именем Фекта, твоя жизнь оборвется здесь и сейчас. Значит, ты встретился с командиром Товой, не так ли? Теперь я отчасти демон. Я могу ощущать энергию, но от тебя я ощущаю лишь несобранность и неподготовленность. Будто бы сила не была тебе дарована, а взята насильно. Зайди так далеко, чтобы просто набраться силы. Ты хоть понимаешь, что наделал? Заткнись к черту! Что заставляет тебя думать, что ты можешь рассказывать мне, что хорошо, а что плохо? Ты мне больше не брат, ты просто предатель. Хе, уверяю тебя, я прибыл сюда не для того, чтобы давать братский совет. Я лишь исхожу из собственного опыта. Что? Обладать силой, которой ты не разумеешь, это все равно, что не иметь силы вообще. Тебе это только навредит в битве со мной. У тебя будет еще меньше шансов, чем раньше. Меньше шансов, чем раньше? Да неужели? Я могу разобраться с тобой в любое время, Туал. Потому что я Хьюго Фект, законный наследник нашего рода. Ты слышишь меня, Туал? Я приду за тобой. Подожди немного, твои дни уже сочтены. Ну странно, он вниз ушел, а он наверх, да? Ну ладно. Тихие пески. Так, ну у нас тут три дороги. Давайте, слева направо. Оу! Да чтоб вас... Кто там кидается вообще? Ага, вижу сундук. Да ничего себе, кто это такой? Да умри же ты! Наконец-то! Так. И как мне к тому сундуку попасть? Он это расскажет? Отлично, левел ап. Ну,
Так. Ага. А если так попросить? Отлично. 5000 ДС. Ох ты, хорошо. Спасибо. Подарочек такой. Так, ага. Отстаньте. Сундук был. Мраморный ключ. Это хорошо. Ключи я люблю. Окей. Так, еще один. Угу. Воу! Так, ладно. Тут у нас что? Это что вообще за тараканы? Так, дорогу преграждают. Окей. Бессмертный, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, отлично. Угу. Дорогу открыли. Так, теперь бы только не умереть. Ух ты, и чё? И зачем мы сюда пришли? Понятно. Ага, здесь тоже, кстати, пройти можно, да? Ну ладно. Так, и откуда нас... Подождите-ка. Ой-ой-ой. Так, ключик у нас есть, да? Мраморный ключ есть, да. Ну ладно, хорошо, давайте сюда тогда сходим. А пока я не понял, что делать. Хорошо.
Как вы предлагаете вот туда попасть? Ага. Ну, понятно. Но как туда запрыгнуть? Так, ну давайте сначала разберемся вот с этими со всеми. Так, а там, по-моему, сундук был, да, на выходе? Да, отлично. Фрукт Риоды. Да, хорошо. Так, давайте вот так попробуем. Так, ладно. Нам, видимо, не сюда. Так, давайте на всякий случай сохранимся, чтобы не потерять этот фрукт Риоды. Значит, все-таки сюда. Тихо, 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 отстаньте. Да нет, ну ладно, хорош. Так, живем, 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 живем. Так, ладно, выжили. Фух. Да. Выживем мы, пожалуй. Где-то надо было постоять, просто подождать. Ну, конечно. Thank you.
Так, ладно, давайте осторожнее тогда. Нахрапом не получается. Так, отлично. Минус два. Отлично. Еще один. Отлично. Так, в дальний, да? Все, счастливо оставаться, мужики. Так, супер. Так, теперь можно немножко осмотреться. Так, ну здесь ничего не видно. Супер. Давай, 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 давай. Да умирай же ты уже. Так, отлично. Тут вниз можно спрыгнуть, а зачем? Ага. Воу! Какой-то. Отлично. Что за сундук? Золотой браслет. Двойной прыжок. Ха-ха. Так это мы теперь до туда допрыгаем.
Ага. Ну-ка. Отлично. Супер. Ага. Ну, здорово. Так, а... Вот только где это было, я что-то уже забыл. Так, отлично. Больше вопросов тут нет. Да кто? Кидаюсь тут. Так, значит, с той стороны, что ли? Ага, вот оно. Это хорошо. Так, значит, мы здесь все сделали. Супер. Так. Рёда сидит. На тебе. Рушка. Я ничего не понимаю, что ты говоришь, все равно. Ру, кажется, голоден. Ну, конечно, ты проголодался. На тебе, фрукт. Старые сапоги. Что ж, спасибо тебе. Что за старые сапоги? О-о-о! Эффект от зыбучих песков уменьшается. Так, а с той стороны мы все разрушили. Так, ну вроде все. Бежим дальше.
Все выше и выше поднимаемся. Так. Хьюго Фэкт, не так ли? Леди Рея. А вот это черная жемчужина, да? Мы повсюду вас искали. Что вы здесь делаете? И почему вы принесли черную жемчужину? Тише. Кажется, мы окружены. Хм. Что за черт? Осторожнее, они приближаются. Вроде бы разобрались с ними. Так они восстают заново. Хм. Что за... Все хорошо, я позабочусь о них. Что вы только что сделали? Она держит магический артефакт, но я никогда не видел его прежде. Ха, не бери в голову. Главное, что они больше нас не побеспокоят. Должна признать, я весьма впечатлена. Ты проделал уже более половины пути к вершине башни, и это нелегко тебе далось. Вы все столько пережили из-за нас, и за это мне следует искренне извиниться. Значит, вы знаете, почему мы здесь? Более или менее. А еще я знаю, что Фина схвачена, и что Туал повернулся против нас. Полагаю, ты сам это прекрасно знаешь. Насколько я понимаю, вы всегда были довольно близки с моим братом. Вы имеете хоть малейшее представление, почему он нас предал? Я не жду, что он будет почитать меня или отца, учитывая то, что его лишили наследственных прав. И, конечно же, между нами нет никакой братской любви. Я без раздумий убью его, когда мы пересечемся в следующий раз. Но народ страны Ис — его преданные союзники. А он не из тех, кто отворачивается от своих друзей. Когда он попал в плен, возможно, они что-то сделали с ним? Мне жаль. Есть у меня одна теория. Но я не считаю уместным говорить об этом здесь и сейчас. Это дело чести, видишь ли. Что? Однако, нужно отдать ему должное. Он сохранил свою гордость. Твое желание его убить вполне обосновано. Не могу сказать, что я виню тебя за это. Но он тебе не враг и не союзник. Он идет по собственному пути. И все зависит от того, ведет ли этот путь туда, куда он хочет. Лично, я считаю, мы должны позволить ему следовать этому пути. Хе-ха. Хьюго? В жизни не слышал больше глупости. Простите мою дерзость, леди Рея, но вы и леди Фина храните слишком много секретов. Насколько я могу судить, вы обе просто решили улизнуть из своего дворца, прихватив с собой черную жемчужину. Вы о чем, черт побери, вообще думали? Вы даже не посчитали нужным сообщить об этом шестерым жрецам. А теперь вы пытаетесь оправдать действия этого предателя. Он сохранил свою гордость? Он идет по собственному пути? Да вы себя-то слышите? По какому еще пути он идет? По пути человека, вступившего в заговор с демонами и похитившего богинь? Как же чертовски хорошо он обвел вас вокруг пальца, чтобы придумать ему такие нелепые оправдания. А я, значит, просто должен принять все это? Да он теперь чертов демон. Почему ему все так легко сходит с рук? Хьюго, я...
Я никогда не смогу искупить свою вину за все те неприятности, которые мы тебе причинили. И не только тебе, но и всем из святыни Соломона. Если бы я могла, я бы все тебе объяснила. Мне очень жаль, что я не могу точно сказать, что происходит. И почему вообще мы здесь? Да и сейчас нет на это времени. Вот, возьми это. Серебряный звон. Это то, что вы использовали на тех демонах? Это набор звуков, которые даруют вечный покой несчастным душам, которые долгое время были лишены этой радости. По правде говоря, мы бы предпочли, чтобы вы все вернулись в святыни Соломона и предоставили это дело нам. Но я прекрасно понимаю, что просить вас об этом бессмысленно. Поэтому, по крайней мере, я пожелаю вам удачи и буду молиться за ваше благополучие. Так, стоп, ты богиня, кому собираешься молиться? Эх. Будучи ошеломленным от встречи с леди Рэй, Хьюго неуклюже достал Лила ракушку и поднес ее к уху. Хьюго, это я, Эолия. С тобой все хорошо? Ох, да, я в порядке. Что тебе нужно? Кажется, мы выяснили, где держат леди Фину. Есть одна таинственная маленькая башня, соединенная с этим открытым проходом. Она называется Пристройка Редо. Пристройка Редо? Как вы узнали, что леди Фину держат там? И откуда вы ее название-то узнали? Ну, рыцари слышали об этом. От Туала. Он только что появился, сказал им, где искать леди Фину, и снова исчез. Ой, что-то все неспроста тут. Хотя, учитывая источник информации, мы не можем быть точно уверены, что эта информация достоверна. Но это хотя бы что-то, верно? Ну да, я понимаю, что видел эту башню снаружи. Она находится примерно на полпути к вершине, так что я недалеко от нее. Постараюсь найти вход. Ну, рыцари тоже уже выдвинулись туда. Если ты с ними встретишься, пожалуйста, постарайся оказать им содействие, хорошо? Зависит от ситуации. Если они будут создавать проблемы, я не стану этого терпеть. Поговорим позже. Ах, Хьюго, подожди. Хьюго убрал Лилу ракушку. Проклятые рыцари. Они, видимо, вообще не думают, прежде чем что-то делать. Как меня достали это безрассудство и идиотизм. Но, по крайней мере, теперь мои подозрения подтверждены. Я точно знаю, что богини что-то скрывают. Как только я освобожу леди Фину, мне придется устроить ей собственный допрос. Ох, как бы ты сам демоном не стал. Так, стоп. Кто тут? Господи, тараканов-то мы и не заметили мелких. Да хорош, ты что творишь-то? Так, ну если постоим немножко. Ага. А так. Вот так, давайте хоть жизнь восстановим. А то идти так с голым неприкрытым задом на врагов как-то не очень хорошо. Обалдеть!
Да, хорошо. Отлично. Так, где еще эти тараканы? Тоже хорошо. Супер. Так, а тут-то наверх никак, да? Какая-то кнопка есть. Так, ну ничего не видно. Да не то хотел-то. Да отстаньте вот от меня. Да что творится-то? Ай, как с этим бороться-то вообще? Да ладно, серьезно. Так. Да, хорошо. Да ладно, не кричи тут мне. Да чтоб тебя! Так, ну ладно. Она прочно закрыта, похоже, в ней нет замочной скважины. Угу. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, ну ладно. О, так бы сразу.
конечно. Хорош, тихо. Да чтоб вас. Понаделали ловушек-то. Ох, серьезно, опять тараканы. Чё, все сдохли? Хорошо. Зелье. Сразу его используем. Чё, экономить? Так, ага. Как я ненавижу этих тараканов. Так, тут слева была кнопка. Значит, нам по-любому налево надо сходить. Да ну хорош! Боль, мучение и страдания. Вот так это называется. Да чтоб тебя, почему он не прыгает-то? Какое-то замедленное управление такое. Так, а если попробовать... А нет, не получится. Вот так вот это все делается, да? Что туда, если пройти? Да что такое? Ну почему? Так, то есть мы теперь можем удвоенное сделать. Так, ладно, проще здесь упасть, чем прыгать.
какая-то была. Ага. А я что, снизу еще есть? Ключик. Значит, здесь наверху ключ где-то. Ух ты, а туда может запрыгнуть. Ах, должно быть, это она. Мелкая башня. Пристройка Редо. Пристройка Редо. Здесь предположительно удерживает леди Фину. Я ощущаю сильную злобу, исходящую изнутри. Я не стану дожидаться этих некомпетентных рыцарей. И без них справлюсь. Действительно. Так. Давайте благословление сначала, вот, прирост ДС увеличим. Вот. Теперь у нас 3000 еще осталось. Ну, а давайте и потратим все 3000. Ох ты, теперь такие цены стали, что ужас какой-то. Так, ну давайте сохраним. Ну и, наверное, на этом и закончим. Ну что ж, ребят, с вами был Павел. Увидимся на прохождении этой игры в следующей серии. Всем пока, до новых встреч.